Здоровчики, ребята, с вами Хася. Ну что же, вышло обновление 11.0, которое юбилейное, круглое, такое все распрекрасное, и в котором очень много очень странных решений на самом деле сделала Леста, ну ладно. И по одному у меня поводу очень сильно горит пукан, и сегодня вы про это узнаете, а если были на стриме, то вы уже знаете. Леста обновила анимацию контейнеров. Я сегодня решил открыть сюрприз. Сюрприз открою. Но не для того, чтобы открыть сюрприз. Я хочу посмотреть вместе с вами на это убожество. Перед началом я, пожалуйста, прошу вас прожать лайкос, там комментарий, ну, в курсе, да? Потому что у меня горит просто неимоверно. Блин. Спокойствие, спокойствие, Игорюк, спокойствие, блин. Вдох-выдох. Вдох-выдох, блин. Вроде полегче стало. Ну а спонсор этого ролика — компания OneX с лучшими коэффициентами на матче. Вы знаете, что сейчас идет чемпионат Европы по футболу. Сегодня играет Германия против Венгрии. Кто же победит? Вопрос хороший. По ссылке в комментариях. 1X дает шикарный коэффициент на этот матч. А также по промокоду до $550 на первый депозит. Переходим, регистрируемся и... что-то делаем. Ой, боже, дай мне сил, блин. Дай мне сил, пожалуйста. Я ничего не буду говорить про поводу ангара. Я уже все сказал. Алло. Игорек, пожалуйста, не мочи контейнеры, ёпрасоте. Так вот, не буду ничего говорить по поводу ангара. Ладно, я уже все сказал на стриме. Пригорать начинаю. Поговорим с вами о контейнерах. Да, была проблема такая, что давно надо было поменять эти контейнеры, потому что анимация открытия у нас с момента появления контейнеров в игре. Безоговорочно все по чесноку сделали, молодцы. Поменяли, хорош. На что поменяли? Я-то думал, что эта анимация только для вот этих контейнеров, которые с шарами. Думаю, ну окей. А я видел эту анимацию еще раньше, еще до ввода. Думаю, ну кринж, мы там сказали, если что-то кринж. Мы даже, ну, там, даже, окей, не переделывать этот кринж, но можно было его как-то улучшить. Короче, сейчас куплю, давайте... Блин, сколько купить-то, а? Давайте 20 контейнеров куплю. Так, подожди, у меня сейчас 307 тысяч будет... короче, 307 тысяч. У меня там осталось. Ну вот, ну. Я не успел. Ну вот, что это, блять, такое? Ну что, что это такое? Ну, то есть. О, боже, блядь, я не хочу материться, я не хочу бомбить. Это окей. Типа, прикольно. Прикольно для ивента. Ну, на постоянку это. Что это? Это дичь, это кринж, это, блядь, это убожество какое-то. Нет, ну как бы нет. Если это игра для пятилетних людей, маленьких, для микрочелов, да? Ну, как бы, окей, вопросов нет. Ну, почему, скорее всего, вы, взрослые люди, я, взрослый человек, должен вот, ну, вот это вот открывать? Ангар, в принципе, вот в одной же тематике идет, это понятно. Даже пол одинаковый. Я не понимаю этого. Ну, единственный плюс, что они быстро открываются. Это вот единственный плюс, и больше плюсов здесь нет. Вот напишите в комментариях, без приколов, напишите, вот что вы думаете по поводу этой анимации. Понятно, что кому-то насрать, кому-то не насрать. Ну, мне просто интересно ваше мнение. Вот вы смотрите на это и... окей, вы будете открывать, ну, как бы... ну, открылся контейнер и открылся, но тут же вопрос не в этом, как он открывается. Хотя к этому вопросики тоже имеются. Вопрос же в том, что... ну, что дальше? Что дальше-то, а? Из вот этого вот припиченного контейнера вылезает нормальный контейнер Эмильки. То есть, который нормальный, ну... ящик, ящик настоящий, да? И вот из этого вот придурка цветного. Я говорю, если бы тут немножко, может... ну, с цветами, ладно, хер с ним. Если бы здесь что-нибудь появлялось на экране, когда достаешь... ну, то есть, достаешь танк, тут на экране танк появляется. Ну, окей. Но такого не будет.
У нас Лесточка спросила мнение, мы сказали, что это кринж. Мы даже попытались, ну, исходя из этих условий уже, что это так и будет, ну, что-то подсказать, что-то поменять. Конечно же, ничего не поменялось. Короче, я открываю контейнер, я вообще не пофиг, что я открываю, я просто открываю контейнер и бомблю на то, что это вот пиздец какой-то. Мне бы хотя бы половину отбить, и я буду доволен. Может даже танки не давать, мне, блядь, из этого урода танки даже не нужны. Как, блядь, ну как вы, блядь, как в это можно играть теперь, а? Ну нет, то, что игра делается для молодой аудитории, это понятно. Новые игроки там тудым-сюдым. Ну мне, как вот пенсионеру танковому, конечно, уже, который играет с 11 года, это все очень дико выглядит. И привыкнется, да, но сейчас контейнеры, потом еще что-нибудь, потом, блядь, интерфейс если меняется вот на такой, может быть, цветастый, идиотский. Потом танки у нас будут вот такие вот, знаете, вот не под реализм, как у нас сделаны, да, ПБР-танки. Вот такой вот будет, пластмассовый, красненький, с сереньким и все. Ну, это ж ужас какой-то. Реально что-то настроение прям рубануло мне сегодня на стриме, я даже стримить, блядь, не хотел дальше. Вообще, в принципе, обновление все какое-то очень корявое. Новая карта тоже убогая. Нет, потому что новая карта, это, конечно, хорошо, но она сделана убого. Выпускайте новые танки не в ПБР. Почему карту можно не в ПБР выпускать, а танки новые не в ПБР нельзя? Ну, как голды сыпет нормально. Ты мне, блядь, танки должен в каждом контейнере выдавать за то, что я, блядь, смотрю вот на эту вот хуйню. Я хочу просто побыстрее закончить это видео и все. Ну и почитать с удовольствием ваши комментарии. Возможно, ну, мне так кажется, что большинство людей, конечно, не оценят вот это вот. Но мне интересно посмотреть на ребят, которые скажут: бля, да пизда ты контейнер, что ты гонишь, а? Грёк, ну бля, охуенно же. Современно, молодежно. Надо, чтобы отсюда самокат электро выпадал. Тут дудка, ну, покурить. А здесь, блядь, опыт. Опыт. Так, что я там отбил? Ну, я в минусе на 11 тысяч голды. Ну, все, блядь. И на какое-то убожество посмотрел. Вот, блядь, пукан горит, вот как этот вот костер этот. И еще 11 тысяч голды слил. Бомба просто. Вот тут все поменять надо еще. Блин, ну нет, чтоб взять. Ну, понимаешь, что контейнер — это основополагающая тема в игре в плане дохода. Ну вот тут-то можно поменять было это. Ну вот почему нет? Почему вот почему здесь не поменять тогда? И контейнеры поменяли. Про ангар, кстати, тоже можете написать. Заодно, почему бы и нет. Все. Я сваливаю. По ссылке в описании переходите в телегу, там будем шары разыгрывать.